пока я сижу, жду свою машину, не свою, а мамину, хочу вам сказать кое-что. Очень важно, я прям чувствую себя какой-то крутой, пока я не вижу там, как вообще выглядит мое лицо. Я сейчас выехала от косметолога, и в последнее время я делаю процедуру биовитализацию. Просто колю витамины в лицо, я вижу результат, он нереально крутой. И теперь я прям стала сторонницей ботокса, всяких инъекций. Я считаю, что кожу нужно насыщать только витаминами.